Медицинские работники Чувашии продолжают агитационную кампанию за здоровый образ жизни под девизом «Делай как я». Сотрудники сразу 4 клиник вышли на утреннюю зарядку на набережную. Чтобы оставаться здоровым, в первую очередь необходимы занятия спортом. Это знает каждый человек. Следует помнить, что здесь важна регулярность и постепенность. Начинать желательно с небольших прогулок на свежем воздухе. Ходьба – самый простой и доступный каждому способ сохранить здоровье. Она помогает избежать лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовать обмен веществ. Неплохо справляется с бессонницей, депрессией и стрессом. В этот раз вступить в ряды сторонников здорового образа жизни пригласили сотрудники Новочебоксарского медицинского центра Республиканской офтальмологической больницы Канашского межтерриториального медицинского центра.